Подводный охотник сам попался на этот раз. Сотрудники ГИБДД совместно с полицией провели очередной рейд по пляжу и сразу обнаружили нарушителей. Георгий Василенко приехал ловить рыбу. Знак, запрещающий движение транспорта на пляже, не стал ему помехой. Теперь ему придется заплатить за нарушение штраф. Я знак не видел. За 4 года первый раз нарушил. Жители Анапского района нередко пренебрегают правилами дорожного движения. Приезжают прокатиться по песчаным барханам, собрать ракушки или на рыбалку. Сотрудники автоинспекции регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей. Несмотря на то, что закончился курортный сезон, продолжают нарушать правила дорожного движения водители, которые управляют транспортными средствами по пляжу. Это в основном местные жители, которые нарушают правила дорожного движения. За данное нарушение по части 1 статьи 12.16 КОАП Российской Федерации грозит штраф в размере 500 рублей. Любителям пляжных автопрогулок следует запомнить, помимо оперативных мероприятий ГИБДД, пляжи находятся под контролем экологических служб. Их штрафы на порядок больше.